3 июня. Чебоксары. Торжественное открытие Ледового дворца «Чебоксары-арена». Современные европейские стандарты, 7500 зрителей, соревнования международного уровня, концерты звезд, зрелищные проекты – все это на самом грандиозном спортивном объекте нашей республики. 3 июня, в день открытия, приглашаем на ледовое шоу-представление «Алиса в стране чудес» с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Бережной, ведущая Ирина Слуцкая. Начало ледового шоу в 18 часов.